до последнего сопровождал Померков. Салагов хорошо снял мяч с ноги Сапеты. Чочев. Четыре человека у Самары в атаке сейчас. Передача пяточкой. Гол! Офсайда нет. И на центр показывает Левников. 1-1. Отменную атаку сейчас провела Самара. Все началось с отбора мяча в середине поля. С эпизода, в котором Сапету оставили не у дел. Он уже думал, как и каким образом будет развивать атаку своей команды. Вот Салагов у него мяч отобрал. Повтор, к сожалению, с небольшим опозданием мы увидели. Но это сейчас, наверное, не так важно. Чучев делал передачу на Габулова, который в офсайде не находился. Играл по пижонски пяткой. По мячу не попал, зато у дальней штанги караулил этот мяч Ибрагим Цалагов, тот самый, что начал эту атаку. Вот что значит не выключился из эпизода. Начал атаку,